Всем добрый день, 8 июня, ежевика Честер. Кустам 2 года, на постоянное место посажены в конце июля 2017 года. На сегодняшний день уже началось цветение, оно еще не массовое, очень много еще завязавшихся бутонов, но есть уже и завязи ягод. Вот уже ягодки появились. Плодовые веточки у Честера очень многоягодные. В прошлом году на сигналках были плодовые ветки, на которых было 60-80 и более ягод. Зиму Честер перенес хорошо, и самое главное, хорошо перенес заморозки, которые были с начала марта по практически конец апреля. Вот. На сегодняшний день цветение идет, плодовые ветки у нее длинные, несмотря на жесткую обрезку, закрывает сейчас большую половину прохода. Вот плодовые ветки поднимаются под самую крышу, хотя верх побегов обрезан на высоту поднятой руки. Вот есть уже ягоды. Ягода у Честера плотная, транспортабельная, хотя и не очень крупная. Я думаю, созревание ягод начнется где-то в середине июля массово. Первые, наверное, пойдут в начале июля, в первых числах.